Генеральный партнер программы «Ламода». Здравствуйте! Это шоу «Стиль жизни с Ламода». Программа о том, как выглядеть неотразимо в любой ситуации и найти свой модный почерк в одежде. Квалификацию профессионального стилиста Ольга Дружинина заработала в британских University of Arts и College of Fashion. Одевает многих популярных медиазвезд Казахстана. Способствует созданию и распространению новых трендов в искусстве выглядеть красиво. Посмотрим, что Ольга сможет предложить нашим участницам. Будьте уверены, что вся продукция, предоставленная интернет-магазином LaModa, 100% оригинал. Эти предметы гардероба могут украсить самых взыскательных клиентов, даже с внушительным опытом. К примеру, нашей следующей героине Ими 40 лет, но она тоже хочет быть очень стильной и модной, поэтому она обратилась в нашу программу. Здравствуйте, Инна. Здравствуйте, Ольга. Инна, расскажите нам о себе. Чем вы занимаетесь? Какой у вас повседневный стиль и что бы вы хотели поменять? У меня семья, дети. И долгое время я решала для себя, что же важнее – работа, семья. И сейчас я пришла к выводу, что мне нужно все. Инне Кощеевой 40 лет. И как завещает любимая мелодрама, именно сейчас у нее и начинается новая жизнь. Мама троих детей совсем недавно решила освоить новую профессию парикмахера-стилиста. А в таком статусе ей по определению нужно выглядеть в тренде самых последних модных новинок. Я бы хотела вот пару слов сказать о вашем образе и порекомендовать вам не носить те вещи, которые вас старят. Классический стиль, классическая серая юбка, ну и топик там, я не знаю, с блеском небольшим, чтобы радости придать повседневной жизни. Но вам можно носить все, что угодно, даже не думайте, просто экспериментируйте. Ну, наверное, после сегодняшней передачи буду подбирать себе образы уже с вашими советами. Сейчас мы примерим наши образы, но перед этим я хотела бы обратиться к нашим телезрительницам и сказать, что вы можете заказывать несколько образов от LaModa и на месте выбрать нужный размер. Я приготовила два образа, абсолютно кардинально разных. Первый я специально подготовила для вашей новой работы. Вы будете самым стильным парикмахером в Алма-Ате. А второй образ – это более классический, более спокойный. Давайте попробуем. Какой из двух образов вы бы выбрали в первую очередь? Мне уже все равно, лишь бы быстрее померить. Хорошо, давайте начнем с самого интересного, чтобы шокировать нашу публику. Давайте. Добавим первому образу игривости благодаря этому красному платку. И удобные кеды на лето. Ну давайте пройдем к зеркалу. Мне очень нравится, непривычно для меня, конечно, необычно. Почему я выбрала именно эту сумку? Вы будете постоянно работать с клиентом, вы будете подстригать, делать укладку. Вам нужно, чтобы все ваши персональные вещи, телефон, деньги, ключи были рядом. Комбинезон, он будет вам очень полезен в работе, потому что в нем будет очень удобно. Ничего не надо будет подправлять, никакой юбки, никакого стеснения. Удобная обувь мокасины – это очень известный итальянский бренд. Они делают прекрасную обувь из парусины. Вам будет просто очень комфортно стоять в них 12 часов напролет. Спасибо большое, вы продумали каждую мелочь и деталь. Сейчас мы примерим образ номер 2. И, конечно, изюминка нашего образа – это яркие аксессуары. Колье зрительно удлинит ваш силуэт и придаст игривого настроения и весны. Проходите к зеркалу, я очень хочу посмотреть на ваши эмоции. Я хочу вам сказать огромное спасибо за яркий цвет. Я теперь знаю, что я перейду именно к нему. Ну, джинсы я любила всегда и одевала часто. Так что джинсы, конечно, прям по мне. Мне очень нравится. А вот то, что касается блузки, такие яркие, сочные цвета, я пробую для себя впервые. Это топ цвета терракот. Он выгодно оттеняет ваш цвет лица. У вас легкий загар
и делает вас такой свежий, но при этом очень интересный. Также я хотела добавить, что с таким воротником очень хорошо смотрятся такие колье, которые вытянутые. Да? Вы невысокая, поэтому вам нужно выбирать колье, которое зрительно вытянет силуэт. Поэтому я, кстати, и выбрала жилет, который к низу заужен. Видите здесь, если мы покажем нашим зрителям, здесь небольшой уголок, который вытягивает вас. И хотелось бы отметить обувь. Мюли... Я считаю, что это самая комфортная обувь на каблуке. Вы можете работать и 14 часов, мне кажется, на них, и ножки не устанут, и будет осанка. Джинсы слегка расклешенные, тоже вытягивают силуэт. Джинсы, они не слишком высокой посадки, но они заканчиваются именно на той части проблемной, да, у всех женщин, которые нужны. Спасибо большое. Мне, правда, очень комфортно. Сейчас мы подходим к самому волнительному и приятному моменту нашей программы. Вам нужно сделать выбор, один образ или второй. Мне очень удобна эта обувь. Мне нравится этот образ, потому что мне привычно так ходить. Но, наверное, все-таки я остановлюсь на первом образе, потому что комбинезон для меня новинка. Спасибо большое. Эти и многие другие товары от более чем 1500 самых известных мировых брендов вы можете найти и заказать на сайте интернет-магазина La Moda. Здесь предельно удобный поиск и гибкая система оплаты. Принимаются и онлайн-платежи, и наличные в момент доставки. Кстати, география доставки максимально обширная. Покупки привезут в любой уголок Казахстана. Все новинки в приложении интернет-магазина La Moda для любых мобильных устройств. Следите за нашими акциями и ждите следующего преображения. До встречи в шоу «Стиль жизни с La Moda». Генеральный партнер программы «La Moda».